Добрый вечер, Михаил Меркулов. Прокомментируйте, пожалуйста, результаты сегодняшнего дня. Добрый вечер, дорогие телезрители, все, кто нас поддерживает. Мы ощущаем вашу поддержку, так сказать, в первую очередь. Как мы подвести итоги второго игрового дня? Ну, конечно, положительные. Мы одержали две победы. Самое главное, мы победу одержали вторые две против Бельгии. Обыграли со счетом 4-0, забили 9 мячей, пропустили 0. Счет и результат, они говорят сами за себя. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас поле? Сегодня первый день, когда мы попали не в дождь, играли не в дождь, и поле немножко подсохло, стало еще более рыхлым, но от этого еще более тяжелым, и на поле играть тяжелее, как ни парадоксально. Как болельщики других стран на нас реагируют, на нашу команду? Ну, могу судить только по каким-то разговорам, да? Потому что, находясь на поле, очень сложно понять, кто как болеет, но, насколько довелось мне понять, что болеет против нас, но это на самом деле нас такой мотивирует, делает нас злее, и мы еще больше хотим выиграть и, что называется, не солить болельщикам, тем, кто болеет против нас. А нашим болельщикам хочу сказать большое спасибо, они поддерживают, кричат, помогают нам, и вот это мы слышим, действительно, это нам помогает. Спасибо большое. Спасибо.